А победителем прошлого ролика становится Дима Зернов. Он получает, в общем-то, 15 рублей. Отпиши мне ВКонтакте со всеми доказательствами, и ты заберешь свой приз. Просто норм, ебать. А чтобы принять участие в следующем ролике, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал, оставить положительный комментарий. С помощью лайков мы разыгрываем деньги. Допустим, если набирается 30 лайков, я разыграю 30 рублей, 40 рублей и так далее. С помощью комментариев мы выбираем рандомного человека, который заберет весь приз. Комментарий должен быть обязательно положительный, и он должен быть один. В общем-то, участвуйте, действуйте, побеждайте, но мы переходим к ролику. Погнали, ебаный. Здорово всем, парни, с вами Василько, это батл, на балансе у нас 30 рубчанских, ссылочка на сайт будет в группе, переходим в группу, подписываемся, ссылки на сайт нажимаем в обсуждениях, здесь абсолютно все сайты и ссылки, в том числе и на батл. Также, парни, короче, мы тактики здесь продаем, в общем-то, это херища тактик. Я тут десяточку слил сегодня, то есть вернулись, блядь, к исходному балансу. Короче, я сейчас готов разъебать эту хуйню, блядь, чтобы, блядь, типа, ну, поднять где-то там, я не знаю, косарик. Вот. Будет заебись. Будет заебись в натуре. Всего два синих было, это пиздец. Я думаю, что сейчас синий. Вот она выпадает. 80. Ну давайте 180 на 5 поставим. Нормально так, я, блядь, разбогател, пиздец, нахуй. Слава яйцам, что нас не перетопили, но мы сейчас можем въебать, кстати. Вполне вероятно. Нет, заебись, мы выиграли. Сколько у нас на балансе? 507 рублей. Пиздатенько, пиздатенько, ничего не скажешь. Давай, блядь, красный ебани, пожалуйста. Красная и жизнь, блядь, будет прекрасной, нахуй. Да, красненькая, плиз. Хуя, понял. Короче, на синий ставим, похую. Все же против меня настроено, ёб. Как вы думали? Все против меня, ебать. Не нахуй, разъебали. Куда ставить, блядь? Ну ставки такие ебанутые, если честно, ну типа маленькие. В натуре нет топеров, что-то тут делать, какие люди, алё. Люди, блядь. Что в Голливуде? О, блядь, 50 на 50. У нас даже чуть-чуть больше шансов. Вот, нормально. 115, 27. Ой, блядь, это залет, нахуй. Еще, если что, готов соткой подтопить, блядь. Никто за меня не поставит. Так, вот сот. Слиганца. Ебанули. Сейчас надо выигрывать в натуре. Пиздатенько, пиздатенько. 661 рубль. Пока не идем неплохо, слушайте. Пока идем неплохо, блядь. Давайте сюда попробуем. Вдруг сейчас синий выпадет, блядь. Это вообще будет писать. Давайте попробуем, блядь, прям разозлить этих. Если нас перетопит, я еще могу дотопить. Подожди, еще не уебываюсь. О, нормально. Красный, давай. Геймерку. Геймер это, то есть я. Ну, нормально так, типа, уже x2. Давайте... Попробуем разъебать этого додика, блядь. Пиздец, я поставил, конечно, ставку. Кстати, тоже ютубер вроде бы. И мы его разъебали. 898 рублей, заебись. 48,8. Гео Василько, передай привет, пожалуйста. Передай привет, ебаный в рот. Данил, холодный. Да, все передал всем. Вот, передаю привет, как бы, блядь, но жалко, что этот ролик выйдет на втором канале, так бы, блядь, было бы заебись. Ой, блядь, чуть-чуть не хватит. Или я выиграл? А, нет, стой, а чё? Давайте, короче, я хуй знает, куда ставить. Давайте попробуем так. Сейчас топеров нету, блядь, вроде бы. Это как бы с одной стороны охуенно, а с другой стороны охуенно. Поэтому давай, блядь, красный, пожалуйста, можно, да? Спасибо. 148, блядь, заебись. 48, хуй знает. Давай на красный, похуй. Похуй вообще, похую просто. Просто похующе. Нельзя. 164, 65. Где меньше? Вот здесь поставим сюда, блядь. Топите, блядь, пацаны, ебаные. Топите. Ну хуй знает ред, блядь. На ред сейчас меньше поставили. Пиздец, мне кажется, у нас разъеб... Давайте попробуем, блядь, топануть прям так нормально. Либо мы сейчас разъебемся, либо я разъеб. Ну что-то одно из двух. Типа. Красное можно так-то, пожалуйста? Спасибо. Все, изи нахуй. 998 рублей. Косарик почти. 98, 37, блядь. Нахуй, нахуй. Блядь, нас перетопили. Нихуя себе. И мы разъебали. Нормально. 1086, блядь. За 10 минут 1086. Это нормально. Ну, типа, блядь, заебись. В натуре заебись. Ай, блядь, давайте за синих, блядь, зайдем нахуй.
Ну, бля, нас разъебали. Давайте риск-то рисканем. Трехсоточку, блядь. На синее, думаю, не знаю, сейчас это выйдет, блядь, но я хочу уже косарик хотя бы отмыть, нахуй. Давайте, тут 300 рублей поставьте, я хуй знает. Ну, блядь, ну... Ну чё, блядь, ну чё, чё, где? Где ставка-то, блядь, ёбаный рот. 49 рублей, ну нормально, пойди. 192 рубля. 192 рубля, 22 копейки, блядь. А, я промо вам выдал, я не помню что-то. Вроде нет, а вроде да. Ща посмотрю, короче. Сейчас промик к вам прилетит, если не прилетел еще. Бля, как мне бить? Короче, вот промокод, ебать. Пацаны, вот этот промокодик вводим. Вот, вот такой промокод, ебать. И получаем 2 рубля на халяву. Вот, мы теперь ставим... Мы теперь ставим all-in, ебать. Когда конец-то будет, ебать? Мне кажется, сейчас будет такая концовка, пиздец. Смотри, сейчас красный ебанет. Нет. Еще держимся, пацаны, еще держимся. 34. 14 минут ролика, блядь, мы с вами что-то сначала как-то постоянно поднимались. А потом, блядь, нормально. Что-то нихуя ничего нет. Смотри, бомжатские ставки, блядь. Давай, сука. Ну, кто-нибудь меня перетопит, блядь. Я хочу уже, блять, вот эту хуйню, чтобы, блядь, перетопили, там все дела. Вот, это заебись. Немножечко перетопили. У нас. Как немножечко. Да нормально, в принципе. 837 рублей, заебись. Я думаю, до полтарика дойти, блядь. Ну, похуй, давайте на красное шоу. Ебанем немножко. Давай, красный, братан. Отлично. Ставим сюда, короче. Давайте, топите, блядь. Люди, ёбаный рот. Вот, нахуй. Вот, блядь. Меня даже перетопили, заебись. Я люблю, когда перетапливают, блядь. Люблю. Прям вот, блядь, знаете, как будто на душу что-то сваливается, нахуй. Особенно когда разъебываешь, но не сегодня, да. Короче. Я не знаю, кто как, ебать. Но я по жести хочу пройтись. А. Сначала такая подманка, типа, будет, типа, бля. Ага. А мы такие не разъебущие, но у нас, типа, мы не разъебываем никого. Так вот. Бля, ну неинтересно, сука, неинтересно. Интересно. Я хочу, чтобы против меня кто-нибудь такой залетел жесткий, блин. Такой сада малик, блин. Ну давай теперь топите, блядь. Сука, где тупер? Меня бесит. 16 минут ролика, мы, блядь, в жопе какой-то. Причем то, блядь, минус, то плюс. Короче, хуй знает, что я сделал, блядь, но вообще похую, похую. Да вот, вот, это заебись. Это заебись, ставочка пошла. Вот так вот, блядь. Ага, блядь. Ага, нахуй. Нихуя себе меня перетопили. Блядь, сейчас проебу, и пиздец будет. Вот так вот, блядь, пацаны, вот так вот выходит у нас. Ждешь перетопочки, блядь, и нихуя что-то ничего не уходит. Потом перетапливают, и пиздец. И пиздец настает. В общем-то, промокодик вам выдал, блядь, ну что за хуйня, ёбаный рот. Я так и думаю. В общем-то, подписываемся на канал, не забываем ставить лайки, оставлять сложный комментарий. Блядь, надо было на косарике остановиться, и было бы охуенно. Ну не знаю, почему-то, блядь, за меня никто не пошел, блядь. Как всегда. Ну ладно, все, всем удачи и всем, блядь, удачи, короче, всем пока, блядь, пиздец, проебались, всем пиздец.